Алла Борисовна порадовала фанатов новым искренним сообщением в социальных сетях. На этот раз артистка решила почтить одного из своих ближайших людей. Еще недавно Пугачева называла россиян, поддержавших свою страну, холопами и рабами, но это, видимо, касается не всех. Со своим близким другом Ильей Резником Примадонна тоже разошлась во взглядах на СВО. Поэт и не собирался покидать свою страну, с политикой властей он согласен. Тем не менее, опальная знаменитость все еще относится к нему с теплом и принятием. Сегодня, 4 апреля, Илья Резник празднует юбилей, ему исполнилось 85 лет. Масштабное празднование состоялось накануне. После концерта поэт сообщил, что с Аллой Борисовной, которая по понятным причинам не выступала в этот день, находится в хороших приятельских отношениях, никакого конфликта между ними нет. Однако же ее хиты он уже раздал другим исполнителям, ведь выступать в России знаменитость явно уже не будет. Мы с Аллой всегда поздравляем друг друга с Новым годом, с днем рождения. Пока она меня не поздравила еще. Но я думаю, позвонит, сказал поэт. Но обиды исполнительница, очевидно, не затаила. В торжественную дату Пугачева не постеснялась поздравить друга публично. В своем микроблоге она опубликовала архивное фото с юбиляром и трогательно подписала его. Ну что, мой друг, еще не вечер. Все помню и еще любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С юбилеем, написала певица. Напомним, что недавно близкая подруга Примадонны серьезно огорчила Резника. Лайма Вайкуля в последние несколько лет не церемонится с коллегами из России. За выступление на юбилейном вечере Ильи Рахмелевича она запросила баснословный гонорар, который поэт совершенно точно не мог бы себе позволить.